Здравствуйте, пользователи моего канала. Здравствуйте все, кто пользуется Linux, а в частности Calculate Linux или Gentoo. Суть в том, что давно я не снимал видео, но причина тут не новогодние праздники, а причина в том, что в новогодние праздники как раз я был занят компьютером, я экспериментировал. Я на свой старенький компьютер пытался поставить Macintosh, то есть не Macintosh, а Hackintosh. Проблема никак не решалась. Дело в том, что на официальных сайтах и все такое очень трудно найти какую-то там достоверную информацию. Очень трудно подобрать под свое железо какую-либо сборку там или что-либо. И в конце концов своих поисков я пришел к тому, что мне нужно перепрошить BIOS своей материнской платы. Но когда я стал пытаться перепрошивать BIOS своей материнской платы, моя материнская плата не поддерживается официальным сообществом. И без этого можно перепрошить только в специальных сервисах. То есть у меня нет прибора для прошивки там BIOS на материнской плате, а через программные средства там или с помощью Linux или что-то как-то не получилось, абсолютно ничего не вышло. То есть прошивка есть, а прошить я не смог. И это во-первых, а во-вторых, нужно не просто обновить BIOS там и прошить BIOS, а нужно было еще найти кастомную прошивку специальную под Hackintosh, которую я не нашел. Ну, короче, я это дело отложил на долгий ящик. Ситуация в том, что это у меня сейчас на данный момент единственный рабочий компьютер. И если, например, что-то с ним случится, я останусь вообще без компьютера. Как бы мне пока такими экспериментами и заниматься-то как-то неохота. Но когда я производил свои поиски, наткнулся на последнюю как бы версию macOS EAE Capitan, значит, похожая. То есть, ну, известно, что у нас есть Mac Ubuntu сборки. И вот тут у нас, значит, наткнулся я на такую сборку. Я решил сделать сборку на Calculate. Ну, сначала я как бы хотел сделать на, значит, на основе Kinamono. То есть, ну, понятно, что тут сборка сделана у нас на основе Kinamono, этого Gnome 3, которая существует. Но поразмыслив маленько, я решил сначала сделать сборку на основе Kinamono. То есть не Kinamono, а как раз Gnome 3. Суть в чем? Значит, идея такая. Сейчас я, значит, скачиваю вот Calculate Linux Search последнюю. Вот она у меня качается. Через 25 минут закачается. Потом я делаю собственную, как бы, собственный образ уже с Gnome 3 туда. Но особо много программ не буду ставить. Я просто туда установлю Gnome 3. Потом там, значит, в этой сборке используется этот терминал от Gnome 3, вот он, тут тоже есть. То есть я поставлю его, и пока на этом все. Параллельно, значит, я на свой диск установил, скачал я с сайта эту Mac Ubuntu, установил, посмотреть, как она работает, как чего, потому что в итоге как бы посмотреть, как работает Hackintosh, мне не удалось даже в консоли, так как у меня, то есть в виртуалке, так как у меня просто-напросто нету столько оперативки, у меня всего лишь навсего 2 гига оперативной памяти. У меня нету больше оперативки, значит. Вот на один из дисков я вот поставил сюда как раз эту Mac Ubuntu. Вот она здесь стоит у меня. Здесь у меня, значит, есть вот диск с Gentoo. А, это диск с Calculate Linux Kinamono. И вот здесь у меня есть
диск с Gentoo там стоит. Вот. Загрузочный диск, этот диск. Ну и все. Тут, в принципе, ничего такого сложного нет. Я сейчас собираюсь сделать сборку, поставить ее на Gentoo, на Gentoo, где у меня есть, стоит Gentoo в данный момент. Но поставить на Gentoo так, то есть в boot разделе я не буду удалять boot. У меня там ядро гентушное для собранное по SystemD. У меня еще, значит, есть идея Calculate переключить на SystemD. И вот когда, как бы, но там будет ситуация такая, что я буду переключать уже Kinemon. То есть я поставлю дополнительно опять Kinemon и буду его переключать на SystemD. Вот, в общем, такие планы. Но это все не в одном видео. Это может быть 2 видео, может 3 видео получится. Пока что все. Сейчас, значит, мы что делаю я? Это я снимать не буду. Это я сейчас поставлю на паузу. Значит, я сейчас скачиваю, собираю собственную сборочку, а потом ставлю туда, значит, 3 программы. На эту сборку устанавливаю чисто просто гном, потом устанавливаю туда устанавливаю туда консольку и устанавливаю туда Simple Screen Recorder для записи. И... Ну вот, наконец-то я примерно добился того результата, который хотелось бы. Это у нас Gentoo, но с рабочим столом от Mac. Gentoo, то есть, ну не от Mac, рабочий стол, это у нас Gnome 3. И уже он модифицированный под рабочий стол от Mac. Все это дело я делал по вот ссылочке вот этой. Сейчас, дай бог, откроется. Так, значит, что? Сейчас мы сделаем вот следующее. Единственное, у меня здесь баг, я не понял, почему. У меня, ну, вернее всего, у меня же здесь еще дополнительно установлено Kinemon, и вот оттуда у меня подтянулась вот эта вот темная тема. Сейчас прогрузится. Так, это у меня видео. Так, это у меня сайт. Вот. Так, это у меня видео, значит. Ну давай на паузу нажимайся. Так. Ну вот, для того, чтобы все это сделать, у меня вот они, 3 вкладочки открыты, я ими пользовался. Ссылочки я дам внизу под видео. Так, сейчас мы это дело... Сейчас, извините. Так, ну как я это делал, я покажу сейчас отдельно. Видео еще добавлю сюда. То есть сейчас мы сделаем следующее. Вот у меня, значит, все это что получилось. Ну, потом я переключился на Kinemon. У меня здесь еще установлен Kinemon параллельно. И там попробовал это сделать, пока не разобрался как. Но это потом, в следующий раз. А, значит, на именно на Gnome у меня все вышло. В принципе, я считаю, что все получилось. Так, ну, в общем, что хочу сказать. Так, но у меня не установлен Simple Screen Recorder. Это скрин, короче, чтобы сейчас показать, что это действительно Gentoo. Так, ну, тут видео, да, так, ладно, бог с ним. Давайте мы сейчас создадим нового пользователя. Су, пароль, мур. Так, и теперь создаем нового пользователя. User ADD. Так, сейчас, секундочку.
Так, создаем нового пользователя, значит. User add -m -g большое users. Так, запятая. Hill, запятая, аудио, запятая, CD-ROM, запятая, портаж, запятая, USB, запятая, и видео тоже нам надо, тире S, так, пробел, слэш, bin, bash, так, ну, назовем тест. User. Чё-то я тут не то набрал. User. Во. Набиральщик, блин. Вот. Ну и паспорт ему. По SSVD. Тест. Ну, давайте просто единичку сделаем. Так, все. Так. Ну и выходим из системы. Так, как выходим. Exit. Exit. Так. Ну вот у нас, значит, сейчас гинту гномы. Так, ну мы сейчас будем его настраивать. Я уже это сделал, настроил, то есть в предыдущей части видео у меня это есть. Ну поехали. Неудобно, но куда деваться. Открываем Mozilla Firefox. Так. Mozilla Firefox. Немножко притормаживает все хозяйство. Так. Так, сейчас я зайду, зарегистрируюсь на YouTube просто хотя бы. Так, ну вот сейчас осталось нам русифицировать канал, значит. Вот. Так. Теперь вот этот у нас сайт. Linux Webest.net. Так. Так, я сюда захожу отсюда. Ну ладно. Так, закрываем. Пускай будет close tab. Опять обзор. Как все это неудобно. Так, ну здесь программы все у меня основные установлены. Я их сейчас обозревать не буду. Я просто сейчас сделаю, чтобы у меня все-таки было похоже опять на Mac Ubuntu. То есть на Mac, не Mac Ubuntu, на Mac, то есть на основе Mac Ubuntu, на основе Gentoo 3 версии. Давай так сделаем. Так, все. Вот у нас на русском языке. Так, откуда мы все? Вот у него, значит, на этом на сайте есть. Как он это все делал, хозяйство. Я уже все отсюда скачал. Ну, покажу все хозяйство это дело. Так. Так. Загрузилось, прогрузилось. Читать далее. Так, ну-ка, читать далее, значит, есть. Это нам можно пока убрать. Нам, в принципе, это ни к чему. Дальше.
скачать обои, но они у нас уже скачаны, я их не буду скачивать. Так, так, тут все у него лежит на меге. Давайте все-таки я покажу, как это сделать. Так, мега. Так, пока она открывается. Так, вот. Вот если загрузить, если у вас есть диск на меге, значит это скидывается на диск на меге. Если нет, то вот делаем загрузить в браузере. И идет загрузка, потом она спросит куда, сохраняете и все. Но нам мы это сейчас делать не будем, потому что у меня уже все сохранено и загружено. Мне это ни к чему. Дальше. Значит, вот открывает он эту дополнительные настройки, утилита, вот, ну, утилита, вот она, Twig Tools называется. Вот сейчас я Twig копирую, делаю обзор, делаю найти, вставить. Вот у нас эта утилитка открывается. Так, ну сначала давайте поменяем обои. Так, опять обзор, Nautilus. Так, они у меня уже лежат. Так, надо выше другие места. Компьютер. Хоумы. Так, это мы. Вот. Документы. Изображение. Так. Копировать. В общем, вот в изображение эти обои распаковываем. Так, ну и давайте поставим вот синенькие. Открываем. Так, сделать фоном рабочего стола. Всё. Смотрим, что у нас получается. Вот. Экран блокировки. Давайте его тоже поменяем. Да, мы вот капельку пока поставим. Все. Не принципиально. Следующий этап. Так, следующий этап. Вот открыли мы эти дополнительные настройки. Вот видите, у нас фон поменялся. Вот, например, да? Вот, все. Так, открываем дополнительные настройки. Между столами переключаться удобно. Alt-Tab. Так. Открываем настройки. Расширение. Так, все на английском. Почему на английском? Ну ладно. Так. User Themes. Так, вот включаем User Themes. Закрываем это расширение. Опять делаем обзор. Найти. Так. Блин. Так. Вот оно у нас. Копировать. Так. Вставить. Так. Вот. Так. Опять открываем расширение. Теперь загрузить дополнительные расширения. Заходим на вот этот сайт. Так, здесь надо зарегистрироваться. Ну, в принципе, наверное, можно и не регистрироваться. Я сейчас попробую сделать без регистрации это хозяйство. Ставим. Так. Вот это у нас приложение. Нажимаем сюда на значок. Нажимаем сюда на значок. О, нет. А вот без регистрации не получается. То есть без регистрации у нас не получится с этим делом. Вот. Спрашивает включить, выключить. Делаем включить. Установить. Следующее.
Копировать. Возвращаемся на главную страницу, где поиск. Вставить. Открываем. Так, включить. Установить. Возвращаемся на главную страницу. Так, копируем. Так. Ставить. Так. Включить. Установить. Возвращаемся на главную страницу. Вот видите, уже здесь все меняется. То есть ставить. Так, сейчас. Так. Включить. Установить. Возвращаемся на главную страницу. Последнее. Последнее дополнение. Но здесь на сайте все написано, что и как он делает. Мы делаем то же самое. Потом скачайте деп-пакет Mac Ubuntu Theme. Я его скачал. Скачать шрифты, скачать тему курсоров. И все это я распаковал. Но самое интересное вот с Mac Ubuntu Theme. Значит, что я сделал? После всех этих операций, вот сейчас уже видите, вылазит. Так, ну, вот он у нас Nautilus. А, нам надо открыть не Nautilus, нам надо терминал открыть. Так, открыть терминал. Так, вот открываем терминал. Заходим под су. Вводим пароль от рута. Так, и дальше запускаем Nautilus из-под рута. Вот. Дальше. Открываем папку. Вот. И вот глядите, Mac Ubuntu TameDep. У меня здесь еще дополнительно установлен пакет для работы с деп-пакетами от Gentoo. Ну, в Гугле набирать можно и сделать. Он сейчас распаковывается. Значит, мы это распаковываем в какую-либо папку. Потом мы распаковываем в следующий, самый большой файл отсюда, 18,6 мегабайт. Вот он. Я его не буду распаковывать, я его сейчас просто открою. Его распаковать надо по адресу корень, user, шары, icons. В общем, вот он скидывает вот папку Mac Ubuntu OS и скидывает папку Themes Mac Ubuntu OS. Вот, смотрите. Так, сейчас я открываю консоль опять. Следующее. Вот глядите, ls slash user share sh share. Так, тем t h t themes. Вот она. Вот Mac Ubuntu OS есть. Вот у меня здесь тема Advante, Emask, Default. По умолчанию установлены. И вот скачал, и вот эту тему я распаковал. И следующая тема у нас идет Icons.
Вот, Icons. Так, вот она, Mac Ubuntu Icons. Все, вот эти две папки распаковываются, ложатся по этим адресам. Больше тут ничего делать не надо, никаких там дополнительных контролей туда-сюда. Все, Gentoo само автоматически все подхватывает. Все, это я закрываю. Закрыть окно. Так, что у нас дальше? Шрифт прописываем, как у них положено. И курсор прописываем, как положено. То есть, ну, как вот здесь у него написано. Все это я по этим адресам тоже раскидал. Так, теперь следующее. Так, опять открываем дополнительные эти настройки. Так, сейчас мы, чтобы все у нас применилось, закрываем. Так, опять открываем. Обзор. Так, популярные. Вот она, дополнительные настройки. Открываем. Дальше, значит, пошли расширение. Пожалуйста, вот CarsioDock, берем, настраиваем его. Значит, мы его располагаем снизу и давайте убавим эти. Вот, ну это много, 38 пикселей у меня там, по-моему, сделано. Все. Так, остальное я тут ничего не трогал. Дальше, внешний вид. Так, тема. Темную тему глобально нам не надо. Так. Вот. Тема это. Это. Все. Включить анимацию. Клавиатура. Клавиатуру сделаем потом. Клавиатура и мышь. Все, окна. Вот видите, у нас уже все похоже на Calculate. То есть. Так. Ну вот, видите. Так, сейчас у нас уже. Вот, рабочий стол стал похож на Mac Ubuntu. Тут прозрачность, тут все как положено. Ну, теперь осталось вот это хозяйство привести в порядок. В принципе, все это описано там у него на сайте. Так, ну ладно, переключаемся опять на это самое. На, во. Сюда. Так, вот теперь нам, чтоб вот надо было, чтоб окна-то скрывались, открывались. Вот для этого он там еще, значит, на этом самом, как его. А, так. Alt-Tab у нас переключает. Давайте перейдите по вкладкам. Угу. Deconfig. Копировать. Редактор deconfig. Так. Так. Org gnome desktop vm perfense. Org gnome. Desktop. VM Perfense. Так. VM. Ну, давай, давай. Perfense. Так, и bootload на... Измените значение. Boot layout на вот это значение. Копировать. Так, deconfig. Boot.
Вот все у нас появилось. Значок выключить, значок свернуть, значок развернуть. Все прекрасно. Вот, закрываем. Это нам больше не нужно. Ну, еще осталось, значит, что это у нас настраивается. Это у нас все настраивается. А, еще осталось шрифты. Со шрифтами. Так, 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 так. Вот. Так, шрифты. Так, вот она у нас. Шрифты. Так. Ставить, от которой жирный у нас. Вот она. Так. Ставить. Это у нас вот этот. Так. Ставить шрифты можно, в принципе, какие вам нравятся поставить. Ну, я буду уж как бы следовать. Так, вот моноширный я трогать не буду, потому что в этом пробовал я, не получается особо. Так, и вот это сделаю RGBA. Так, все, со шрифтами разобрались. Так, что у нас нет? У нас нет переключения раскладки. У нас вот это в центре и что-то показывает хрень какую-то. И вроде все. Так, клавиатура и мышь. Все, так. Это у нас. Так, мы оставляем. Прозрачненькое. Так, ну-ка. Все, закрываем. Так, это сделаем сейчас свернуть. А, автоматическое скрытие есть. Это делаем так тоже свернуть. Вот она у нас здесь работает. Так, она у меня запись идет. Идет. Все, чтобы это нам не мешало. Так, ну нету, понятно. Сейчас. Здесь уже просто само открывается. Фиг его знает. Так, ну мы живем в Татарстане. Так, нажимаем настройки. Так, настройки, город. Так, делаем удалить, да, добавить, например, берем, ну, Казань берем, так, а, переключаться мы не можем, стоп, отменить, так, пока не буду, настройки, клавиатуры, заходим в общие настройки, так, заходим в общие настройки, нажимаем, клавиатура. Так, переключение. Так. Нет, назад. Язык и регион сначала. Так. Добавляем. Русский. Так. Добавляем. Английский. Так. Все, вот у нас появился переключатель. Все. Закрываем. И теперь здесь опять клавиатура, настройка, клавиатура. Еще раз. Клавиатура. Так. Клавиша модификатор переключения. Вот здесь. Ну, у меня используется для этого Alt-Shift. Вот. Alt. Alt-Shift, Alt-Shift, левая. Вот она. Все. Больше ничего, больше накручивать не будем. Все, переключается. Так, плюс. Поиск. К. Казань. Вообще тут находятся свои города. Казань. Ну, найти. Вот. Пускай будет так. Сохранить. Теперь это удалить. Да. Так, источник данных о погоде не будем трогать. Геоданных нет. Единица измерения. Фаренгейты нам непонятно. Переключаем на Цельсии. Единица скорости ветра. МП час. Километр час. Дюймы рост. Это так, так, так. Давайте-ка в... атмосфер, атмосферное давление, атмосфер будет,
отображение. По центру нам не надо, сделаем справа. Так, текст на кнопках. Ну и все. Так, число дней в прогнозе. Ну, 4 вполне достаточно. Число знаков после запятой 1. Все. Так, вот, смотрим. Пожалуйста, легкий снег. Ну, холодно, прохладненько. И, ну, я не в Казани, это я здесь поставил Казань. Ну, еще что у нас? Нижний бар не очень удобен. Чтоб нам сейчас делалось спокойно, можно любимые программы все поставить для записи. Добавляем терминал, добавляем параметры, добавляем просмотр, добавляем Nautilus, давайте сюда уведем. Так, что там у нас еще интересного есть? Все, ну короче, вот xorg, пожалуйста, этот офис, пожалуйста, вот сюда. Так, сиамонки у меня есть. Так, вот сюда мы их закинем. Так, для красоты можно этот веб-браузер. Я, правда, им вообще-то не пользуюсь. Так, что тут еще? Видео, видео BS-плеер я ставил. Где он у меня? Какой-то проигрыватель есть. Так, ладно. Ну, в общем, те программы, которые вам постоянно нужны, можете их сюда скидывать. Это тут у меня установлено, значит. Так, что у меня вообще в системе установлено? Давайте посмотрим. Значит, LibreOffice я установил дополнительно. Я установил дополнительно Mozilla Firefox. Дополнительно установил Siamonkey. Simple Screen Recorder, SM Player. Ну, NVIDIA карточку у меня. Официальный драйвера Transmission. Gparted. Где он у меня, Gparted? Вот он, Gparted. Давайте мы его тоже сюда кинем. Так, Gparted. Так, калькулятор нужен бывает. Тоже можно сюда подкинуть. Это по умолчанию. Так. Ну, вроде все. Дополнительных программ я больше никаких не устанавливал. Ну, не помню, терминал. Вот терминал, наверное, тоже я дополнительно устанавливал. Ну, в общем, в принципе, как? Gedit, вот есть у нас еще Gedit, тоже надо ткнуть сюда, вот сюда и поставим его. Так. Например, Gentoo, она чистая. Gentoo можно установить хоть... Ну, то есть, на сайте, в принципе, все посмотрите, и все можно поставить. Все программы, какие вам нужны. Но у меня гном стоит, и он сразу подтянул за собой игрушки всякие разные тут, туда-сюда. Ну, как дальше с этим совсем быть, я не знаю до конца. Ну, это все разбирается. Но уже вот система, как бы, сама по себе стала более-менее юзабельна. А то, ну, невозможно, ведь. Вот, например, так. Уже так, на другой рабочий стол переключились. Ну-ка, Ctrl-Alt-Tab. Ну, вот горячие клавиши работают. Кому как надо, настраиваться можно. Все. В принципе, всем рекомендую пользоваться этой статьей. Так, кому лень, будет лезть. Значит, вот этот сайт. Сейчас я сделаю так. Так, копировать. Так, давайте откроем. Так, вставить. И чтоб видно было, значит. Так. Нет, не так. Копировать. Это мы закрываем. Сейчас я сделаю. Откроем LibreOffice. Во. Видите, открывается LibreOffice от Gentoo. Паста. Ну и
значит, linuxthebest.net. Вот он, этот сайт. Можете туда зайти, поставить. По такому принципу, я так понимаю, можно настроить и Kinemon, и Mate. Они все поддерживают. Ну, только когда ставим, значит, надо, чтобы GTK 3 поддерживано было, включено. Поддержка GTK 3. И у нас, чтобы установлен Mozilla Firefox был. Остальные все программы уже смотрите по своему усмотрению. Ну, я LibreOffice поставил, потому что значки красивые. Все красиво. Все взято у товарищи с этого сайта. То есть, в принципе, и Mac Ubuntu, а можно сделать и на основе Gentoo, и на основе Arch Linux, я думаю, ничего не сложнее получится. И даже на основе Calculate, но вот опыт на основе Calculate буду проводить в следующем видео. Это видео я сейчас сохраняю, больше тут делать нечего. Время будет, займемся. Закрыть вкладки. Все, всем пока.